В Сыктывкаре почтили память 32-летнего полицейского из Дагестана Магомеда Нурбагандова. Младший лейтенант застрелен боевиками 10 июля. Экстремисты требовали, чтобы сотрудник неведомственной охраны призвал сослуживцев уйти из правоохранительных органов. Но Магомед, зная, что сейчас умрет, произнес лишь два слова «Работайте, братья». Акция с одноименным названием организована Министерством образования Коми и нашла поддержку и в МВД, и среди молодежи. Репортаж Натальи Литкевич. Работайте, братья! Эта простая фраза в считанные дни стала крылатой. Ее произнес за минуту до расстрела дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов. В тот роковой день он с родственниками поехал на пикник. Под утро боевики, окружив палатку, застрелили двоюродного брата Магомеда Абдурашида, а самого Магомеда связали и увезли в лес. Расправу они сняли на видео и выложили в интернете. Через два месяца, когда убийц задержали, выяснилось, в сеть попала только часть записи. Этот момент террористы вырезали. Скажи этим. А ты этим скажи. Что сказать? Чтобы не работали. Работайте, братья. Сыктывкар, хоть и далеко от Дагестана, но поступок героя и у северян вызвал уважение. В опасной ситуации он как бы все равно остался при своей чести и не согласился сделать то, что сказали боевики. Он действительно является примером. Вообще, вот как нужно служить России. И то, что иногда нужно даже отдать жизнь, чтобы верно исполнить свой долг. Акция «Работайте, братья» проходит по всей России и в 10 городах Коми. В ней участвуют школьники, студенты, представители военно-патриотических клубов республики. Молодые люди рассказывают прохожим о подвиге дагестанского полицейского, а стражам порядка вручают стикеры. Здравствуйте. Берегите честь офицеров, равняйтесь на героев. Хорошей вам работы вообще. Спасибо. Это акция, которая не оставила нас равнодушным, это во-первых. Во-вторых, всероссийская акция, которая проходит во всей России, не только в Дагестане. Я думаю, что такой хороший стимул для подстегивания патриотизма у ребят, молодых студентов. Может, кто-то из них пойдет в полицию служить. Принять участие в акции может каждый неравнодушный житель России. Для этого нужно распечатать листовку с фразой «Работайте, братья» и вручить ее любому полицейскому, высказав при этом слова поддержки. После чего сделать фото и разместить его в социальных сетях. Наталья Литкевич, Игорь Игнатов, телеканал «Юрган».